Здравствуйте, Андрей. Я надеюсь, вы знаете и понимаете русский язык, поэтому я вам расскажу и покажу ваш объектив. И расскажу это по-русски. Итак, спасибо еще раз за покупку. Вот он, ваш объектив Мир 1. Год выпуска 67. Смотрите, все кольца работают. Кольцо фокусировки крутится мягко. Линзы чистые, просветление не нарушено. Как управлять диафрагмой? Она двухкольцевая. То есть, смотрите, первое кольцо предустановки, второе кольцо установки. Итак, чтобы установить диафрагму, сначала верхнее кольцо вы устанавливаете, ту диафрагму, которая вам нужна, и потом вторым кольцом поворачиваете до того значения. Вот смотрите, сейчас диафрагма открыта на 2,8. Чтобы, смотрите, закрыть ее на 16, мы верхнее кольцо прощелкиваем до 16, и потом среднее колечко поворачиваем в том же направлении. Как видите, диафрагма закрылась на 16. Объектив имеет резьбу М39, поэтому комплектуется двумя переходниками. Первый переходник М39-М42 и второй переходник М42 Canon с одуванчиком Лушникова. Итак, сейчас я вам покажу. Вставляем по красной точке в камеру. Вот, как видите, шкала находится в правильном месте. Вот. В камере при работе с одуванчиком выбираете режим OneShot, смотрите в видоискатель, выбираете нужную точку фокусировки, например, центральную, и режим приоритет диафрагмы AV. И можете полностью нажать кнопку затвора, пока нет фокуса, у вас затвор не сработает. И мягко крутим кольцо фокусировки. Как только объект появляется в фокусе, вы, если у вас включено звуковое подтверждение, услышите звуковое подтверждение, увидите световое подтверждение, и затвор у вас сработает. Затвор сработает, вы получите снимок. Не забывайте, что от направления фокусировки резкость кадра также зависит. То есть вы сначала на одном и том же объекте сфокусируетесь по часовой стрелке, против часовой стрелки, и сравните два снимка. В одном из направлений резкость будет лучше. В этом направлении нужно будет фокусироваться всегда. Или в том направлении, в котором картинка будет лучше, вы сможете сделать юстировку точки подтверждения. Если будут вопросы, пишите, я вам всегда отвечу. Сейчас я упакую ваш объектив, и завтра утром он поедет к вам. Спасибо за внимание.